Рад приветствовать всех на своем канале. Сегодня у нас будет открытие. Есть хорошее количество пыли, 15 тысяч. Также сейчас заберем зеркалочки, оттуда залутаем пыль. Человек нам предоставил аккаунт для открытия. Все действия выполнены через программу AnyDesk под его присмотром. Поэтому, что ж, давайте перейдем. Я думаю, сразу заберем зеркалочки и потом потихоньку начнем крутить, получается, пыль. Давайте, начнем забирать награды из зеркалочек. Хотя бы две еще леги отсюда забрать. Снежинка, я знаю, что человеку нужна Мари, либо Гайка. Снежинка ему прям не нужна совсем. Так, тренер есть. И еще жетончики мы потратим на эпических героев. Потому что Тесла у него будет... Книгой последняя доделана. А если добавят нового героя, то он не планирует ее делать. Давайте посмотрим, сколько же пыли. 100. Угу. Так. Мари, отлично. 3 Мари имеем. С кайфом. Это давайте откроем медленно. Вроде бы это работает. Мы уже не раз проверяли. Давай, 200. Давай 200 хотя бы. Давай 200, игра. 300. 300 сюда. Сюда просто 300 пыли. Так, очки мы забираем. Амулет. Элементалист. Тренер. Это не важно. Давайте по той же схеме. Так, это есть. Лучник. Это не важно. Пыль. 200. Сюда. Уже 600 пыли. Взяли. Снежинка опять. Стикеры бесполезные. Оружие. Жетончики. Давайте попробуем открыть быстро. 150. Хорошо. Не 100. Не 100. Пока все довольно неплохо идет. Соечка есть, кристальчики. Так, поехали, медленно. Открываем медленно. И надеемся на 500. Давай. Нет. Так оно не работает. Мари. Что ж. Может здесь? Игра, может здесь? Давай. Да. Удача закончилась, но ничего. Сейчас мы ее вернем. Оружие. Поехали. 300. Отлично. 16 легендарных карт пока что мы сможем открыть. Пока только 16. Поехали. 200. 200, и нам не хватает еще чуть больше 500. Как там будет? Нет, все, сундуков больше не будет. К сожалению, 16 лег мы с вами откроем. Посмотрим, может, с таверны где-то еще доберем. Давай. Амулет роста, неплохо. Неплохо. 1800 жетонов мы имеем. Сразу давайте откроем фрагменты, потому что владелец просил открыть фрагменты. Гаечка. Еще гаечка. Снежинка. Еще снежинка. Сейчас Мария упадет, да? Гаечка хорошо сыпет, Мария. Так, все, фрагменты все скупили. Очки оставим. Очки оставим на всякий случай. Так. Что дальше, ребят? Переходим к самому интересному. 16500 пыли у нас. Нужен монах, метеор и статуя.
Как обычно, ничего нового. Что ж, давайте начнем с первой. Что сразу выпадет? Задира. Девятый здесь задира. Ладно, пойдет в кристалл. Этот дядя. Давайте дальше. Монах. Монах. Монах, сюда сразу. Сюда, молодой. Просто сходу. Со второго. Делимся обязательно в клане, чтобы все видели, что у нас все в порядке. Так, что? Культист. В принципе, до талантов не играбельно, поэтому идем дальше. Давай еще монаха. Монах или статуя? Давай, давай, давай. Корсар. Корсар, кстати. Неплохо. Здесь уже получается 12-й есть и одна карта в запасе. Еще бы, наверное, хотелось Инквизитора. Тоже неплохая карта, особенно после талантов. Стазис. Угу. Угу. Ничего нового. Так. Поехали дальше. Ну, пока что это совсем не очень. Монах нас порадовал, а дальше прям беда. Давай, игра. Утильщик. Хватит душить нас. Попробуем перезайти. Может быть, еще монаха нам даст. Давай, работаем. Второго утильщика заряжают. Давай. Статуя. Статуя. Метеор. Отлично. Метеор хорошо. Я знаю, что владелец хотел метеора себе. Пока что неплохо. Монах, корсар, метеор. Все, что он и заказывал. Если еще сейчас выпадет статуя, еще метеор. Ребята, не знаю, прям с кайфом летит. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Двенадцатый метеор уже есть. Еще 6 легендарных карт мы можем с вами открыть. Игра, давай еще метеора. Инквизитор. Отлично. Я очень доволен, честное слово. Пока что очень доволен. Прям падает хорошо. Все карты нужные, которые играют. Кристаллов не так много. Еще инквизитор. Я сейчас начну просто ругаться мат. Это жесть. Это просто... просто жесть. Как же все хорошо летит. Глазил на стазиса. Ничего страшного. Когда ты ему, как и ловчему, ведут таланты, и он точно заиграет. Демонолог. Неплохо. Ну, и не хорошо, и неплохо. Нормально. Для копчика самое то. Еще две легендарные карты мы можем с вами открыть. Поехали. Еще один демонолог. Заметили, да, что падают карты сразу, повторками, по две сразу почти. И последнюю хотелось бы, наверное, еще одного монаха забрать. Еще одного монаха хотелось бы забрать. Давай, игра, пожалуйста, напоследок порадуй. Статуя. Все. Все карты, которые я хотел получить с этой пыли, мы все получили. Метеоры взяли. Два. Два инквизитора взяли. Получили корсара, монаха, статую. Вот. Открытие получилось, не знаю, я такого никогда не видел. У себя, у других реально нападало то, что нужно. Поэтому, ребята, огромное спасибо всем за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк, прожмите колокольчик для уведомлений. Поделитесь в комментариях, как вы считаете, хорошая эта прокачка получилась или не очень. А также снимать ли дальше подобного рода видео. Все, ребят, еще раз огромное спасибо всем за просмотр и всем удачи!